Так, сегодня у нас какого там 11 сентября 2021 год. Харьков. 5:29 по Киеву в Харькове. Смотрим на Сириус. Просили меня снять какую-нибудь звезду. Лена из Днепра просила. И вот Илья попросил в комментариях снять конкретно Сириус. Вот Сириус. Как я и предупреждал, в общем-то, ну, звезды приближать особого смысла нет. Моей аппаратурой. Просто светлое пятно. Ну, как бы действительно, почему нет? Глянул я на Сириус в интернете. 8 световых лет. Это же близко, это же рядом. Двойная звезда. 8,6 световых лет, световых года. Расстояние до этой красавицы. Уменьшаю выдержку. Посмотрим, будет ли что-то меняться. Ну, соседнюю звезду Сириус Б не видно. Возраст этой звездной системы 200-300 миллионов лет, что это же мало, подумал я в этом случае. Кратер Аристарх на Луне 60 миллионов лет. То есть, ну, это практически на нашей памяти. Вот забыл, то ли ярчайшая звезда на небосводе. Оно уже не видно. Созвездие Ориона. О! Ха-ха. Вот он, пояс Ориона, ребятки, девчатки. Видно? На экране не видно, да? На окуляр мне видно шикарно. О, верхняя пряжка с пояса Ориона. С каким-то довеском. Подожди, а где ж Бетельгейзе? Должно быть. Так, Ригель я вижу, вот он, да. По-моему, что в Ригель, если я не путаю ничего. Сириус — одна из самых близких звезд. К Земле. А не по кровному родству. Так. А чё же я не вижу? Чё же я не вижу? Я, наверное, вижу. Просто не понимаю, на что я смотрю. Есть ли это Ригель? Ну, по-моему, там Ригель. Есть ли это пояс Ориона? Ну, не если, это точно он. Получается, вот он, Бетельгейзе. Ну хорошо, не вам, нам. Сейчас. Да. Ну хорошо, даже если не дата, никто меня не поправит, правильно? Уже очень светло, и, по-моему, единственное, что мы можем сейчас видеть, это столь яркие звезды, как Бетельгейзе, Ригель и Сириус.
Да, Илья, спасибо тебе за вопрос. Было интересно посмотреть. Информацию о Сириусе. Не знал, что он так близко. Надо же. Бетельгейзе, по-моему, 500 световых лет. А тут всего 8. Ну, ладненько. Пойду еще. Раз свет поснимаю, раз такие дела образовались. Вечером хорошо будет видно Луну, Юпитер, Сатурн. Сейчас вообще просто шикарное расположение. Марс, Меркурий, Венера. Ну там парад планет сразу за Солнцем, утятами шпарят. Меркурий, Марс, Венера и Луна. Очень жаль, конечно, что само же Солнце загораживает все эти красоты от нас. Ну, кроме Венеры и Луны. Так, 5.36 по Киеву, Харькове. 11 сентября 2021 год. Пошли на Солнце.